Знаешь, я тоже рисую, но не краской. И что ты рисуешь? Все подряд. Чудищ, артефакты. То, что нам с отцом встречается на пути. Ну, а твой отец тоже рисует? Нет. Там выше есть немного корней. Давай, крошка, ты сможешь. А у тебя есть животные, которые, ну, бегут быстрее? Без обид, Яла. Конечно. Но только она не выдержит нас обоих. Так куда проще. Понял. Этот я возьму. Чуть дальше есть еще. Бери сколько нужно. Видишь? Ни к чему. Их легко отломать. Вот. Совсем немножечко. Просто крутишь и все. Вот так? Именно. Идем мы, идем! Там есть еще корни. Похоже, я ей не нравлюсь. Нравишься. Просто единственный человек, которого она знает, кроме меня... Траун, на гряде! Вон ты! Покажи мне волка! Вот так! Ты справишься! Лови! Я разберусь. Я прикрою. Так странно. Я будто с собой не владею. А тебе это нужно? Ну, одно хорошо. Тут есть корни. Подбирай, пока ищем выход. Без ножа, руками. А, да. Ну, не так уж все и ужасно. Я пока перестану собирать корни. Ты ни при чем. Эй, кажется, они расчистили нам путь. Найдем Ялу, пока они снова не вылезли.
все хорошо. А как насчет тебя, Локи? Что ты чувствуешь, меняясь? Только гнев. Часть тебя задействует гнев, выпуская зверя. Может, тебе нужна другая часть, направлять его? Но как? В сражении в твоем сердце может пылать не только гнев. Если гнев выпускает зверя, что-то еще поможет тебе остаться собой. Куда ведет этот мост? Постой. Тебе было весело, да? Возможно. Снова дома? Да. Давай сложим корни вон в то ведро слева. А потом я хочу показать тебе еще кое-что. Ты как? Ничего. Нам надо бы вернуться к воде. Пойдем. Ничего, если мы еще тут побудем. Мне, может быть, надо кое-что починить. Да. Ты умеешь превращаться в животных? Пока нет. Но, может, это умение богов, а не великанов. Задел за больное. Прости. Я шучу. По туннелю направо, Ял. Нам в ту сторону. Ой, не сюда, крошка. Поворачивай. Тупик. То. Не нравится это заклятие. Идеальная маскировка. Поэтому я и не чуял других великанов, когда мы с отцом тут бывали. Душа внутри ножа. Что? Ну, внутри душа, внутри ножа. Разве ты не знал? Нет. Чья душа? Знаешь, наверное, лучше не трогать его, пока не выяснишь. Но как? Я ведь не занимаюсь тем, что краду чужие души. Поднимемся на эту возвышенность. Яла проплывет вокруг на ту сторону, к нам. По воде не получится из-за этого дерева. Вперед, Локи, не отставай! Что делаешь? Расслабляюсь. Интересно, сколько раз у меня получится? Попробуешь? Да. Это вроде просто. А.
Тебе помочь? Нет, я вроде понял. Что если... один. А, теперь ты надо мной смеешься. Я смеюсь не над тобой, а... Нет. А над ситуацией. Ага. Так, ладно. Не откажусь от помощи. Попробуй кидать в плоскости. Надо выбрать момент, когда отпустить камень. Ладно. Смотри. Я прикрою! Стёпа! Лови! Последний бросок не считается. О, считается. Из воды вылез Драугр. Ну, и что? Потом еще раз попробуем. Когда закончим, пройдем под этой аркой. У тебя получается. Немного поздновато. Какой бросок? Куда идем теперь? Я кое-что припасла. Вроде подарка тебе. Мне уже бояться? Нет. Но у меня нет ничего для тебя.
можно тебя спросить? Конечно. А мы последние из великанов? Вроде того, это сложно объяснить. Я хочу знать. Куда проще тебе будет показать. Честно. А как же мое пророчество? Если это правда, что мне тогда делать? Это не важно. Конец все равно будет тем же. Можно сколько угодно пытаться его избежать, но не выйдет. Хочешь сказать, никто не смог изменить свою судьбу? Ни разу? Ну, какие-то мелочи изменить можно, но результат остается тем же. Лучше идти своим путем, чем наперекор ему. Что это? Подъемник. Ялу придется оставить тут. Отправимся наверх. Фара! Этот подарок. Кажется, ты не особо хочешь его дарить. Это значит, мы почти пришли. О чем ты говоришь? Ты поймешь, когда доберемся. Пора выполнить мою часть пророчества. Иди за мной. Ялфа! Thank you.
Сюда. Мы приближаемся к долине падших. И что с ними стало? Они устали жить под страхом Асгарда. И ушли. Оставили гору трупов, чтобы сбить Одина с толку, если он все же придет в Йотун. Куда ушли? Увидишь. О, еще камни. Что? Ты их уже видел? Да, в Мидгарде. Не эти, но похожие. Где? Во фресках твоей мамы. О, ну это же... Они есть и там. Так что это? Смотри. Яйца. Родер? Осторожно! Бара. Они принадлежали великанам? Это и есть великаны. У них был выбор. Остаться в Йотунхейме и ждать, пока Один найдет и убьет их. Либо спрятаться. Отец помог сокрыть их души в камне. А перед смертью передал их мне. Так они обрели покой. Теперь ты за них в ответе. Ты уверена? Ну, это предвидела мама. Когда придет время, ты поймешь, что с ними делать. И когда? Не знаю. Пойдем назад. Это очень большая ответственность. Верно. И она на тебе. Стой, ты в порядке? Да. Да, теперь на этом все. Наверное. Я отдала их тебе, и моя роль в этой истории окончена. Ты ведь можешь пойти со мной. И тоже сражаться с Одином. Если бы я могла это сделать, не пропала бы с твоей фрески в середине пророчества. Я понимаю. Ну, лучше держать камни вместе. Правда же? Пойдем.
Гора выше всех прочих. Я был здесь один раз, и тогда мы с отцом забрались на нее. Знаешь пальцы великана? Там я развеял пепел мамы. Кажется, так давно. Слушай, забудь о том, что видела на фреске. Это не конец твоей истории. Я знаю. У меня есть планы. Просто для великана все уже кончено. А кто тогда я? Мой друг. Стой, ты чувствуешь? Что именно? Помоги-ка мне. Надо вернуться к Яле. Что-то не так. Яла? Ангербода, ты не поможешь? Что это с ней? Ой! Локи! Что происходит? Все нормально, я разберусь. Позаботься о Яле. Я сейчас. Ангербода! Ты где? Ау! Наверху! Как там Яла? Да, я зря волновалась. Извини. Ну, эти камни. Все, что осталось от великанов? Но здесь не все. Каких-то не хватает. Но где же они? Точно не в девяти мирах, насколько я знаю. А кому ты скормишь эту кислогрушу? Ну, кто успел, тот и съел. Скорее всего, Ирпа, он шустрый, но не жадный. Фара! За этими скалами есть колодец. Мы спустимся туда. Нужно... Что-то не так? Никто не верил, что это место есть. Представляю, как все удивятся. Локи, ты никому не должен говорить про Ярнвид. Даже отцу нельзя. Это место так безопасно лишь потому, что Один его не ищет. Мои охранные чары могут отогнать зверей, но если асгардцы начнут искать... Я понял. Прости. Я никому не скажу. Одну. У нас гости. Ух ты! Привет! Пока! А вот еще. Значит, Ирпа – вожак стаи? Нет. Вожак Нот – одна из самых старших.
Иди колодец. Там водится много тварей. Раньше я брала там материалы для краски. Да? Надо их оттуда выгнать. Краска – дело важное. Ну, если хочешь. Конечно. Почему нет? Лина. Идеально. Эй! Эй, я... Убил цветок? О, я... Это подарок. Спасибо, но лучше оставь себе. В общем, нам нужно найти гнезда Эду. Там будут нужные мне вещи. Так что смотри в оба. Здесь так темно. Дай помогу. Эдлы! Целое гнездо! Тут внизу их полно! Есть! Если зажжем больше факелов, то увидим их, уничтожим, а потом заберем, что нам нужно. Вперед! Ты веди, а я буду зажигать. Здесь есть еще один факел. Тут внизу куда холоднее. Ха, это ты в Мидгарде не была. Если увидишь еще факелы, скажи, я и их зажгу. Странно, тут пахнет стоячей водой. Тут легко заблудиться, да? Не заблудиться. Не волнуйся. Мы прозрели. Как ты, Бой? Этот готов. Вот.
готов. Так гораздо лучше. Клянусь, раньше тут было не так. Будь осторожен. Звезды могут быть не только. Иногда они строят их повыше. Есть. Этот готов. Идея. Не хочешь пойти со мной? Куда? Мидгард, в другие миры, куда угодно. Не думаю, что это хорошая мысль. У меня ведь животные, но все равно... Еще одно. Так я работаю. Их еще много. Хорошо. Цвет. Должен быть только один? Если их много, то нет. Стой, сейчас. Синий. Нет, погоди. Зеленый. Хотя желтый тоже красивый. Ну и красный нельзя исключать.
Кажется, где-то рядом еще гнездо. Этот готов. Вот так. Теперь все. Спасибо. Тебе полегче? Да. Пойдем обратно. Да? А ты? Готова уходить. Ну все, пора домой. Я думал, что если узнаю свою судьбу, это что-то изменит. Но я остался собой. У тебя было так же? Ты всегда будешь собой, Локи. Главное, смириться с этим. А ты смирилась? Я думала, да. Вернемся обратно? Нет, пойдем мимо колодца, так быстрее. Я хотел спросить, у твоей мамы бывали видения? Все великаны видят будущее? Некоторые. Во снах. О, точно.
Как-то раз мне снился Тор. Тор? И сон сбылся. Он пришел в наш дом. Что? Серьезно? Звучит немного жутковато. Да. И не говори. Что это? Светлячки. Они опасны? Какая прелесть. Симпатичные. Да. Как вовремя. Ты о чем? Ого! Я знаю, все было очень странно. Во многих смыслах. Но я рада, что ты пришел. Я тоже. Раз теперь я знаю, как сюда попасть, я могу прийти в любое время. Так ведь? Когда? Не знаю. Когда все утрясется. То есть после Рагнарёка? Да. Ладно. Вряд ли я тогда буду занята. Давай, крошка, ты справишься. А что там? Так ближе. Умница. Давай, Ялла, я в тебя верю. Ялле надо отдохнуть. Но вообще-то я серьезно. Слышишь? Насчет рисунков. Они хороши. Пытаешься меня подбодрить? Да. А выходит... Спроси меня через пару. Ну, наконец-то! Что за... Заткни. Уже поздно скулить. Можно. Кто это? Грила. Она... Нет! Что это с ним? Я ничего не чувствую. Нечего чувствовать. Грила забрала его душу. Знаешь, где ее дом? Что ты задумал? Мне надоело хоронить волков. Иди за мной.
Еще один плод. Кто? Йонс. Это олениха, которая иногда к нам заходит. Она привереда, но когда еды мало, нос не поворотишь.